Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего радио. Спешим сообщить вам, что редакция города Лос-Сантос в скором времени может приобрести статус закрытой бизнес-организации, которая, возможно, поменяет свой внешний облик и название. Но об этом позже. Также спешим сообщить вам, что наша редакция нуждается в опытных сотрудниках. Поверьте, мы как никто другие ценим и уважаем кадры в своем коллективе и вполне достойно вознаграждаем труд. Если вы молоды, амбициозны и вскипаете от идей, тогда вам к нам. Двери главного офиса всегда открыты и ждут именно тебя.